Всем привет, чувачки! С вами Мил Скел. И Полина. И это Симс! Никто не ждал, но дождались. А сколько прошло времени? Год! Реально? Да. Продолжаем играть в Симс. К сожалению, прошлое... Игра не сохранилась и пришлось создать все заново. Так, мы будем сейчас выбирать город. Кстати, ставьте лайк, если хотите еще. Мы будем играть в Sims, создавать семью, там детей, может быть. Так, где будем жить? Willow Creek, Oasis Springs, Newcrats. Будем жить в пустыне. А выбор, подожди. Выбора не было, это обман. Давай готовый дом где-нибудь купим. Так, какой у нас выбор? Смотри, зелененькие, это то, что мы можем. Мы можем переехать в пустырь. Вон там, нравится мне. Да, там богатые рядом живут, классно. Мы купим сразу дом. И ничего не будем строить, будем бомжевать. А или купим сразу жилой дом, где одна кровать, один унитаз. Бомжарни. Я предлагаю жить в бомжарне. Переехали. Вау, это красиво очень. Подсказка от Эмили, иди в жопу. Слушай, а ты уверен, что я такого персонажа создавала в прошлый раз? Нет, я сам создавал, потом на ходу сейчас. А, реально? Да. Я думаю, что-то мне не нравится как-то. А что происходит? Общаемся на выдуманном языке. Мы там ссоримся сразу, какого черта так только началось все? Ты меня ненавидишь? Да. Прогнать. Пошалить шокером. Пошалить шокером? Стоп, что? Ты вообще не читаешь что-то? Где? Извинись. Извиниться. А, нет, наоборот. Что происходит? Мы только начали играть. Там бери руки в мышки. Мы поссорились. Я хочу научиться спать. Переключаем на тебя. Иди спать. Вздремнуть. Все, спи. Так. Ты тоже иди спать. А где мне? А, о, у меня есть кровать. Смотри, какой у нас обутанный комод. Подожди, читы. Читы заработали. Так бы в жизни, пока спишь, тебе денежки капают. К нам соседи пришли. Какой сосед? Это мой парень. Хорошенький, козлиная бородка. Смешно представиться. Подожди, отправить домой. Пригласи соседа. Нет! Добро пожаловать! Я его отправил домой. У нас дофига бабла, что за эти деньги можно здесь делать? Кошелка! Кошелка, идите! Я медленный, потому что я толстый! Нам нужен спортзал. Нет, нам нужно его просто закрыть в стенах, чтобы он голодал и он похудеет. Я на диете. Все, он на диете, похудеет, потом будет. Так, я пока на диете, можешь играть. Что же мне поделать? Ой, какое прекрасное утро. Это ты таки мне вещи, да, подобрал, голимые? Нет, оно так было. Я кому-то пишу. Я тоже. Это мы переписываемся с тобой. Ты как там? Да, я на диете. Еще вот, сейчас бы кальмаров пожрать. Выпусти, пожалуйста. Ты такой женственный. Это ты создавала, я тебе напомню. Надо приготовить завтрак. Готовить. Хлеб мертвых. Пауэдикейжу. Это не просто сырные булочки, это самый вкусный, что-то там хорошо. А, навыка не хватает. Хочу яйцо с тостом. Так, ты там хлеб жаришь. Стоп, а что ты готовишь? Яичницу? Яичницу с хлебом. Слушай, ничего. Ну, это я. Пожар! А как тушить? Я не умею. Туши! Как ты, Полина, ты нам сейчас... Туши себя! Ты нам хату спалишь. Очень похоже на меня. Ты спалила себя, ты посмотри на себя. Холодильник черный. Как это произошло? Ты понимаешь, что в жизни так? Получу новый на кулинарии. Возобновить яйцо с тостом. Я думаю, это будет невкусно. Да ну, нормально выглядит каша-малаша. Ты видел, у меня просто хлеб упал и все загорелось. Вы не представляете, как это похоже на Полину. Ничего, сейчас снимем ролик, как ты учишься готовить и научишься. Опа! Вау! У тебя реально блюдо получилось. Реально. Да, нам нужно пожрать. Так, а где мои потребности? Она мыться пошла, подожди. Ого, да ты чё? Мышкой так вот делаем. Ну чё, это не показывай. Не смотри. Я больше никогда не буду готовить яичницу. О, и теперь ты поешь. Мне кажется, следующий этап это будет понос. Так сразу? Ну, по-моему, да. Ты смешно ешь. Лошадь. Я не ожидала, что Симс будет такой смешной. Ой, подожди. Траванулась? По-моему, траванулась. Ты пошла смотреть телек. Ну, ничего необычного, я все думаю о боксе. Меня, походу, собирается бить. Наряды. Раздеться. Так, оденься. Не смотрите. Я что, официант нафиг?
Откуда у меня такие наряды? Хорошо. Сидеть на полу, сиди. Ого, ты посуду моешь. Вообще-то, Антон, тебе нужно на пробежку пойти. Какую пробежку? Просто не жрать. А сколько времени должно пройти, чтобы я как бы похудел? Антон, ты не так работаешь. Да, так работает. Че, худеть не умею. Ставим ставки, что Антон сдохнет очень скоро. Напряжение. Какать хочу. Опять жрешь? Блин. А че я раздражен? Я хочу кушать. Очень голоден. И хочу какать. Если Антон не сходит в туалет, совсем скоро придется забирать лужу. Конфуз через 55 секунд. Вы когда-нибудь видели, что Антон обоссался? А теперь видели. А как я... Откуда тебе швабру? Прятал, не знаю. Фу, ты воняешь, как всегда. Надо помыться. В смысле, как всегда? Ты идешь спать, я все еще худею. Я уже выгляжу худее. Почему я всегда в телефоне сижу? А можно телефон как-то выкинуть? Ты хочешь себе лишить телефона еще? Ну да, че? Смотри, каждую секунду беру телефон в руки. Ну в жизни так же. Нет! Да? Хватит брать телефон в руки! Ты хочешь себя убить просто? Нет, я хочу похудеть. Стоп, что? Когда, знаешь, купил какой-то дурацкий гайд в Инстаграме, как похудеть. И он не работает. Уснул в любимой позе. Похудел, похудел, похудел. Смотри, скулы появились. Это грязь. Это скулы. Это скулы. Надо убрать стены. И чё? Конечно, жрёшься? Да. Я хотел идти есть готовить. Антон, это пищевое расстройство. Мяу. Так, женщина. А где женщина? Куда я пропала? Меня украли. Женщина, с кем ты там общаешься? Смотри, мне тоже плохо. Так, пока я моюсь, ты должна мне приготовить поесть. Тортик, потому что я очень долго не ел. Так, ты мне приготовишь сейчас... А что ты будешь? Я буду тортик, потому что я давно не ел. Ты не умеешь готовить, да? Я просто капец какой-то. Умею вообще-то. Не смотри. Я умею. Пожар сейчас будет опять. Нет. Вот. Тортик. Творческая личность. Так. Полиночка, творческая личность. Человечек, просыпаемся. Тортик пора кушать. Ты голодный. Так, кушаем. Я был на диете. Посмотри на меня здесь. Все, я наелся. Посуду помой за собой. Куда понес? В унитаз. Я типа с тобой в одном месте не мою посуду. Мы с тобой поссорились. У меня сердце разбито. Вода! Вода! А что, в Симсах только ходят писать, какать и кушать? Да, это вся игра так? Да. Ты что, не знал? А ты тут что стоишь? У меня настроение хорошее. Смотри! Да опять ты раком стал, да почему? Я ж тебя на кровать отправил, иди спать. А мы можем купить другую квартиру вообще? А мы можем переехать к другому Симсу, пожалуйста? Мы этих уже сломали, можно новеньких? Я не перебарщиваю? Нет. Так, мы переезжаем. Как тебе этот дом? Хороший. Свободный? Три туалета, четыре спальни. Звучит хорошо. Давай покупай. 100-200. Покупай. 300, пока никто не купил, да? Да. Ура! Переезжаем! Мы недолго мы там жили на самом деле. Нифига себе! Стоп, что? Беседка у нас, беседка есть. Побеседуем? Чего? А чё я такой модный стал? А чё такой грустный? Переехал же. Я хотел там жить. Ты идешь в беседку, и теперь вы что делаете в беседке? Хвалить внешний вид. Куда ты пошел? Я тебя почему-то ненавижу. А почему у нас такие плохие отношения? Стоп, говорить о снах. Я типа не хочу детей. А у тебя нет денег, нищеброд. О. Да, хорошо, у меня нет денег. Так, а ты давай тоже комплиментами дари. Извиниться. Так, подожди, мы должны переговорить с тобой. В любой ситуации. Извини меня, я дебил. В любой ситуации нужно извиняться. Так, и ты извиняешься передо мной? А мне не за что. Изли чувства, подожди, изливай чувства. За что ты меня ненавидишь? Иди в жопу. Типа. Слушай, ты обоссался у нас дома. Конечно, есть за что извиняться. Я был на диете. Целоваться, срочно целоваться. Ты целуешь его. Это не будет так работать. Романтика. Заигрывать. Подожди, я заигрываю с тобой, а ты, романтика, флиртуешь со мной. Мы опять портим взаимоотношения. Я спать хочу вообще. Ты куда пошел? Она недовольная осталась. Ты куда пошел? То есть мы с тобой не пара. Так, я пошел спать. Капец, у нас дворец. Реально офигительный. Так, я сплю. Я знаю, как улучшить взаимоотношения. Спать вместе, вместе. Я проснусь такой: о боже мой, это моя судьба. Она решила спать со мной, значит у нас все хорошо. Все, нужно было душ принять. Нет. Ну слушай, спать с вонючим человеком мне очень приятно. Так я ж до этого мылся. Это ты грязная сейчас. Что тебе надо?
Смотри, ты встал и ушел. Ты че? Ты не выспался, ты просто ушел. Ну-ка, а ну-ка лег спать. А куда они пошли? Я пошел на другую кровать спать, а ты пошла заниматься своими делами. Ты пошла кухарить, капец. Готовить. Ладно, дай мне выспаться, может, у меня все плохо из-за сна. Так, за тобой надо следить. Вдруг ты опять что-то спалишь. Вроде ничего не спалила. Смотри, я, кажется, суп приготовила. Что это? Ты вроде бы жизнью довольна, а я? А я на диете. Так, теперь я готовлю. Ты спалил там, смотри, дым идет. Не-не-не, это готовят. Видишь? Вот я нормально готовлю. Посмотри, качество, нормально. Ну вот видишь, я умею готовить. Мы даже общаемся, и про машины общаемся. Деньги, тачки. О, у нас взаимоотношения лучше становятся. Представляешь, если к ним не лезть, то они нормально будут общаться. Купаться в лунном свете, это что такое? Что? Купаться в лунном свете. Ламарк, а maybe? Это куда ты пошел? Купаться в лунном свете? Купаться в лунном свете. Я dead inside, я dead inside. Бодрая пробежка. Я хотя бы бегать умею, довольно-таки бодро. Так, ну... Ничего себе! Побежал! Ничего себе! Получен навык фитнеса! Я похудею все-таки! А я что говорила? Слушай, я очень даже это, бодренький. Вот залог успеха. Вот это заряд энергии. Нравится фитнес? Да. Вот ты какой довольный, пожалуйста. Смотри. Вот это. Опа. Опять? Опять? Ну мне нравится фитнес. Все, я отдохнула. Ну все, побежал. Полиночка спит. Я пошел мыть. А... Я в ванной уснул. Может, посмотрим? О! Вот это сиськи! Опять уснул! Я так умру же! Два в одном, и моешься, и спишь. Удобно, на самом деле. Так, ну подожди, нам нужно сейчас восстановить все, чтобы мы были здоровы, да? Чтобы ты был здоров. Я опять обоссался! Ты во сне обоссался! Все, тебе осталось покушать и пообщаться со мной. Так, ты там что-то куховаришь? Уровень повышен! Ты не... Уровень повышен, знаешь? С ноля сразу до два. Второй уровень, это значит то, что ты наконец-то научилась не жечь. А качество еды нормально? Великолепно! Это я приготовила! Подходит вегетарианцам. Ну, ко мне как? Мы ссоримся? А почему мы всегда ссоримся? У нас все замечательно, все зеленое. Ну-ка, давай дурачиться, а ты будешь флиртовать со мной. Как в жизни просто отвечаю. Я не могу, чтобы у нас взаимоотношения были нормальные. Я все порчу. На. Почему, что я не сделаю, всегда все в минус. Ты смотри, как ты все портишь. Я не понимаю, ты видела только что? И сердца минус, и взаимоотношения минус. Так, отодвинься. Сейчас Полиночка покажет ему урок хороших взаимоотношений. Как нужно налаживать хорошее взаимоотношение. Вот, сначала мы должны узнать, как прошел день. С этого все начинается. Все, оскорбить. Не надо оскорблять. Не надо! Это навязчивые мысли. Пошалить с шокером. Давай пошалим шокером, мне кажется, это поможет. Нет, мы хотим хорошее взаимоотношение. Да пошали шокером, мы типа шалуны. Ну ладно, один раз. Ну-ка. Ну-ка. Я что-то шарю, я что-то шарю. Как это сработало? Не трогай. Мне кажется, я могу тебя еще и убить, и мы вообще подружимся. Сказать, твоя мама лама. Шниб. Твоя мама лама. Тебе нравится оскорбление? Это нездорово. Ну все, разошлись на этом. Там кто-то пришел, сосед. Нифига себе соседов. Смотри, они там принесли тортик какой-то. Так, ну-ка. Отправить домой, ты будешь злая. Нет. Да, ты будешь злая, ты будешь всех бесить. Смотри, ты всех приглашаешь домой. И мы супер соседи. А теперь... А я не могу его шокером? Дурачиться, я такой типа дурашка. Луна. Все, это будет мой парень. Искренний комплимент. Дурачиться. Рассказать анекдот про сопли. Смотри, ему весело со мной. А ты там посуду моешь, да? Ну, женскими вещами занимаешься. Смотри, я вообще душа компании. Романтика. Флиртовать. Сначала нужно спрашивать, есть ли у человека пара. Нет. Пофиг, да? Пофиг. У нас с ним замечательное взаимоотношение. Подожди. Он вообще с тарелкой домой пошел. Так, с ней я поссорился, с этим у меня все хорошо. Я не поняла. У нас пошли сердечки. Слушай, у нас с ним намного больше общего, чем с тобой. Мы оба мужчины, как минимум. Другие варианты, романтика. Признаться в симпатии. Ну-ка, как он отреагирует? Это, походу, его жена.
Нет, но она сердита. Из-за того, что я к нему подкатываю, смотри. А он счастливый. Вот она злится, я опять подкатываю к мужику, она... Ты семьи просто разрушаешь. И он что-то разозлился. Он тебя отверг. Ладно, тогда с тобой буду флиртовать. Ой, ты мне всегда нравилась. Так, 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 подожди, подожди. Возможно, мы с тобой все-таки будем мутить, а не с мужиком. О чем мы общаемся, как ты думаешь? Опять то, что я воняю? У нас все хорошо. Ну ладно, тогда с тобой буду встречаться. У меня жизнь интереснее, чем у тебя, я смотрю. На скрипочке стала поиграть. Красиво просто. Ну, у тебя талант, ладно. Тебе самой не нравится. Уровень повышен, скрипка. Ничего не изменилось. По-моему, да. Обсудить лучшего скрипача. Я тебе отвечаю, у нас будет отличная пара в Sims. Круче, чем в жизни. Смотри, я просто, я шарю, о чем общаться. Говорить о снах, потому что сны всем нравятся. Мы сейчас такими крутыми будем. Хвастаться вещами. И что это? Хвастаешься вещами? Это у нас дома очень холодно. У нас все деньги ушли на этот дом. Это мы колдуем. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Рассказать пикантный анекдот. Глупый, лучший, сладкий. Как неожиданно. Я правильно понимаю? Кокетка. У нас на взаимоотношения, что ли? Секс-апильную позу я могу какую-то сделать. Я хочу это смотреть. А тебе нравится? Вот еще. Подожди, 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 подожди. Спросить, есть ли пара. Блин, у нас просто сердечки за сердечками, офигеть. Смотри на мое лицо. Вот так выглядит влюбленный человек. Послать воздушный поцелуй. Давай, 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 давай. Смотри, у нас розовые отношения, типа гормоны шалят. Смотри. Смотри. Воняет. Посмотри на меня. Воздушный поцелуй с запашком говядины. Держать за руки, это будет сейчас офигенно. Смотри, смотри, смотри. Просто встанем, мы будем держаться. Надо пользоваться случаем, я тебе отвечаю, сейчас будут дети у нас. Первый поцелуй. Так, Антон. Тихо, 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 тихо. Отдай-ка мне мышку. Все так хорошо идет. Смотри. Слушай. Офигеть! Мне дай. Ты подожди, так хорошо все. А что тебе не нравится? Я не хочу детей. Сексапильная поза. Че можешь показать, Полин? А что ты портишь взаимоотношения сразу так? Это ты начал в телефоне залипать и все, испортилось. Оборвался, оборвалась ниточка вот этой вот любви, понял? Так, ну мы влюбленные, смотри, мы розовенькие. Смотри, как я похудел. А теперь в жизни, а теперь в жизни. Куда клацать, куда нажимать? Поцеловать руку, подожди, я могу поцеловать твою руку. Иду целовать руку, подожди, подожди, подожди. Викар. Короче, ребят, в следующем ролике такое у нас будет. Ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если хотите еще. Чувствую, тут такое наклевывается, ты шо? Я нашел ключик к твоему сердечку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Пока-пока, пока.